ты отслужил, и Бог с тобой. Послушай, череп, ты слишком рано обнаглел, ты позабыл. Муа! Ты позабыл. Муа! Свой удел ты отслужил. А это не выключено? Слушай, создание. Походу я. В тарелку мне не заглядывай, не сиди. Не заглядывай. Я, блядь, я на таблетках, нахуй, я за всеми убираю, блядь. Понимаешь, я ребенка воспитываю, мне вот этого все. Немножко пацан, немножко... Себя веришь чрезмерно. Ну, братишка, в моменте просто я реально не буду терпеть, и тебе ебучку раскидаю. Братик, поехали, я заебался уже. Сука, чопа! А это ваша? Чоп. Да. Как зовут? Это пидор, зовут ее. Без блина останется, нахуй! Смору, ничего не придется заставить. Жон! Кого-то на блин. Бля, кинь, пожалуйста, блин, в урну, нахуй, возле под пакет. Бля, сейчас шмотки провоняют, нахуй. Блинами, бля, не банно. Так, я. Давай, кажется, там все готовят, да? Да, да, бля, это как. Блять, а где моя тарелка? Я русский, сука! Наконец-то вот решился поставить себе винирование тоже. Бля, наконец-то теперь эти уебищные желтые зубки превратятся в охуенную улыбочку. Бля, братан. Оля, вы там что, на трэпе? Вы на трапе? На трапе. Не видать? Что-то свэг у вас. Короче, слышь, брат, ты снимаешь, но мне тикток, мне. Да блядь. Чё ты хочешь мне что-то сказать? У меня галочка. ВКонтакте. Я на Элечке, мне похуй. Я на Эмочке, мне вообще похуй. Вообще похуй. Тупо похуй. Факаем с ничей на похуях. Факаем с нич. One take. Неожиданно сейчас это видео снять. Вот это как будто мы не в курсе. Кто? Мы все пацаны. На мне миллионы, но мне одиноко. Продолжить песню. Я не буду, конечно. Я думал, я сегодня на дрипе, но... Где-то, походу, не я на дрипе. Красный дрип. Ну, не в таком, не в такой форме, да? Слабок. У тебя глаза разъезжаются. Снимай. Что? Денежного приложения. Не слышу. Они думали, я никогда не наплю на то. Но я еще не на...
накопил, гайн-гайн. У меня вилла где-то треть уже отложена, остальные бабки были сниты в стиль. Но, мо, я его держал на улице. Реально, ничем хорошим не закончилось. Хорошо закончилось. О-о-о! Ой, нихуя себе амбассадор Кала, блядь. Ой, простите, кумараша. Бля, мы сейчас с Сими сидели, что-то общались и думаем, бля, у нас есть опыт. И тут такая фраза прикольная прилетела. Блядь, у нас если есть опыт, то только потому, что мы разрешили им быть опами. Поэтому, ребят, нахуй цените даже такую хуйню. Выступай. Эй, новый день. 6-6 начал свой день. Она хотела ей. Я дал своих детей. Ганг. С ногами, без? Да фокус вот на торсе, думаю. Видно нормально в футболе? Да, давай одну, давай одну с ногами, а потом делаем. Давай. Готов? Да. Черт пойми, где мы? Я долблю много газа. Вот они, вот они, вот они, вот. Я долблю много газа. Я кладу труху на бэкфут.